Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте. Сегодня у нас Infestation New Z, и я для себя открыл новый режим, который называется Battle Royale. И мы заходим сразу же на карту Аризона. Я тут немножко поиграл, для себя посмотрел. На самом деле очень интересно в плане какой-то активности, такой вот прям ярко выраженной, да, то есть по PvP-шице с игроками. Начинается все у нас на, грубо говоря, простой карте, да, где вам дают возможность пострелять из любого вида оружия, как говорится, потренироваться немножко, да, посмотреть, потому что что попадется на самой карте, когда вы зайдете, не знает никто. И вообще это очень, в принципе, интересно. Напоминает, знаете что? PUBG. Напоминает именно Battleground. Только такой, скажем, бесплатной версии. Бесплатный момент. Вообще поразило, конечно, и то, как это оформлено. В плане вот такого выстрела с таким эпическим голосом, да. Вот у нас получается, как, грубо говоря, голодные игры, да, то есть сразу мы появляемся и начинаем лутаться максимально быстро, потому что другие не дремлют, другие также быстро лутаются. Сейчас уже мы услышим, наверное, первые выстрелы, как это бывает. Я вообще вот только захожу, люди уже начинают стрелять, как будто они появляются оружием, не знаю, я только захожу. Конечно, большую роль играет отклик, это само собой. Ну, если честно, я еще ни разу здесь не победил, хотя сыграл уже так немало матчей, в принципе, вроде смотрел, вот появились мы что-то не так рядом, в принципе, я так думаю, опять сейчас точка доступа, ну, вот сейф-зона будет очень-очень далеко, как мне обычно везет, я прям далеко туда бегу. То есть у нас есть 2.5 минуты на то, чтобы залутаться максимально, да, вот уже жесткий выстрел, кто-то что-то нашел, какие-то, видимо, винтовки или что, ничего понять не могу, как так быстро. Когда я только-только залутался, тут уже происходят просто военные действия, блин. Просто жесть. Собрать максимально что-нибудь, чтобы из этого какую-то пользу вывести. Сразу, конечно, надо менять оружие на то, которым ты пользуешься, лучше, который ты знаешь, как бы, получше, да. Ну и, в принципе, надо, наверное, идти уже и искать этих стрелятелей, которые только что воевали тут, блин. Вот, естественно, как в любой, грубо говоря, стрелялке, да, обозначим это так, в любой PvP вот такой вот игре играет стратегия большую роль, важную роль. То есть тот, кто занял высоту, тот, естественно, и в плюсе. Поэтому сразу как залутался, бежать на высоту, видеть всех, кто внизу, кого видишь, и отстреливать. Естественно, тем самым зарабатывая и деньги, и прочее. Сейчас вот мы видим 43 человека. И посмотрим, где все-таки у нас кто есть. Кто-то же должен быть. Кого-то же мы должны найти. Вообще, на самом деле, я умираю очень быстро. Потому что еще то ли не приноровился к игре, то ли что-то я не знаю. То ли слепой такой. Не вижу. Не вижу я врагов. Сейчас уже должна зона быть. Вот. Выброс, да, появилась радиация. Сейчас я покажу на карте, как это у нас выглядит. В принципе, точно так же, как в PUBG. Вот мы, как обычно, мы на самом краю, то есть нам нужно экстренно бежать и бежать. Вот эти моменты я, конечно, так не люблю. Не везет мне рядом с сейф-зоной оказаться, конечно. Всех зомбарей собрал. Ну что за привычка у меня дурацкая? Ладно. Ну тут по-любому где-то враги, если я бегу от зомби. Ну,
Вообще, на самом деле, меня убивает первые там пару минут, может быть. Еще удивительно, что я тут же. Вот. Война, война уже. Такое ощущение, что тут половина с читами, конечно, играет, прям, если честно, вот так кажется. Хотя, по большей части, наверное, она прям немножко. А... Ну, вот так. Вот так примерно у меня и заканчивается все, если честно. Ну, говорю, в эту игру мне еще надо, конечно, потренироваться. В этом режиме, по крайней мере, поиграть, мне точно надо потренироваться. Вот. Ну, примерно вот так вот. Что ж, спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал, если вам это интересно. Очень часто тут, кстати, играют люди и парочками, и по три человека. В общем, оставляю вам вот эту вот нарезочку. Еще одного боя. Ну и всем удачи, всем пока.